Привет, Сан Саныч ТВ. И сегодня мы открываем вот эти вот нерфганы и маска. Саша закупился. У него 3 коробки нерфов. Еще там немножко. Да. И вот тут вот еще куча всего лежит. Вот. Вот коробки. Вот нерфов полно. И он сейчас будет распаковывать вот эту вот маску. Это чтобы защищать глаза от пуль. Потом и лицо тоже. И потом вот 3 таких вот коробки. Этот сам пистолет, что ли? Да, Саш? Да. Нет, это задний. Задняя. Так, это задняя часть. Вот тут вот на картинке показано. Потом есть средняя часть этого автомата. И самое... Это что фронтовой, передняя. Вот такие 3 коробки. И это будет один автомат. И вот маска на лицо. А вот это вот уже распаковывал Саша. Да, у него сейчас набор нерфов огромный. Да, целый... Это то же самое Model System, но другой пистолет. Да, такой... Да, 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 мы уже такое распаковывали. Вот это сейчас огромнейший, теперь еще один будет. Потом будет в войнушки играть, да, Саша? Да. Так, давай тогда распаковывать. С чего начнем? С какой коробки? С маски? Видишь маску? Да, надо маску взять с собой. Ну давай, сейчас будем распаковывать маску. Вот, мы распаковываем. Вот сама маска. А ну показывай поближе. Сама маска. Так, здесь стекло защитное. И вот такая вот штуковина. И вот тут надо одевать ее. Одевай защитную маску. Примеряй. Подойдет она тебе? Ого, ничего себе. А голову? Надо шлем еще? Такая вот джжж. Стрелятельная маска. А дышать есть чем? Нормально? Угу. Так, следующая. Это у нас вот тут вот маска была в коробочке. А, она еще есть и красная, смотри. Да. Есть... Это Team Blue, есть еще Team Red. Ага. Вот такая вот синяя, а бывает еще красная. Саша выбрал синюю. Так, теперь распаковка вот этого вот нерфа задней части. Так, где тут открывательная штуковина? Так, так. А это только 3 сюда входят или еще что-то? Здесь я смотрю, есть какая-то картинка, там где куча всего может быть, да? А, это в других пистолетах есть еще штуки, но есть такой же, но там бывает, что есть почти такой же самый пистолет. Так, вот здесь пули есть, и тут вот здесь тоже есть. В каждом, так каждый может быть еще индивидуально, просто да. Ничего себе, собираться в один. Так, и здесь... Тоже есть пули. То есть это может быть 3 отдельных пистолета или же один огромный бластер, да? Угу. Давай, распаковывай следующий. Вот он какой. Такой какой-то космический, да? Угу. Еще есть сзади вот такая штука. Угу. То есть вот эта вот большая, вот сюда мы... Тут есть еще маленький пистолет. Ага, вот так давай раскрывать, раскручивать. И вот пульки. Вот такой вот пистолет. И что тут получается? Он может трансформироваться в маленький. Ничего себе. Он или же огромный, вот так, или маленький. Вот это круто. Крутая штука. Так, теперь я не могу собрать. Смотрите, какой получается. Тут вот дуло. Вот 4 пули. И как он стреляет? Куда засовывать пули? Вот тут. Вот глухие. И тут вот сюда. Вот сюда засовывать все. Так
подожди. А вот это стреляет? Вот эта сама штука? Нет. Это просто для хранения пуль? Угу. А этот стреляет? Угу. А ну дай сюда. Сейчас посмотрим. Тут есть эта маленькая штука. Так, можно стрельнуть уже? Угу. А второй раз что не стреляет? И еще раз. Ого, как сильно. Какой риск. Да, я два раза в коробку попала. Вот такая вот штуковина. И тут я еще вижу какую-то штуку. Клипсу здесь какую-то. А, это цеплять на штаны, наверное. За пояс цеплять. Вот это крутизна. Так, и что следующее распаковываю? Какую штуку? Среднюю? Это не средняя, это не та. Средняя вот эта. Сейчас мы будем собирать целую штуковину. Значит, вот это было какой-то сток, кросс, кулата. А вот это у нас корпс какой-то. Это сток, это кор, а это баррел. Это на других уже языках. На испанском, по-моему, на французском. Так, сейчас будем раскрывать вот этот вот наборчик. Что здесь? Тут какая-то зарядка идет. Так, внизу. Давай распаковывать. Так, распаковка. Не вытаскивается. Пуля в кулечке. Давай, тяни. Ого, какой. Ничего себе. Это уже прямо с этим, с магазином. И тут еще какая-то штуковина вот есть. Вот это он будет заряжаться вот этой. Вот так вот будет. Чик-чик. Вот тут еще что-то. А что тут смотреть, интересно? Это... И оно, кстати, что-то не открывается. А, его, наверное, надо как-то тут где-то что-то нажимать. Так, батарейки здесь не нужны, надеюсь. Медиатор. Этот медиатор. А этот ничего не написано. Модус. Огромный. Все, давай раскручивать, разбирать. Саша сейчас заправляет этот магазин пулями. Вот одна штуковина. Вот такой вот автомат. Его надо вот так. А что он не хочет? Потому что магазин надо вставить. Наверное. А ну-ка давай. Это вот тут вставляется. Вот это. Ипс. О, хлюк. Хрюк. Ага, какой он крутой. Смотрите, у него магазин. Вот тут вот сбоку. Не, он не вставляется. А чего не вставляется? Ага, теперь вставляй. Да. Вот. Подожди, я не понял. Не понял. А, там уже пуля есть. Ага, одна пуля уже есть. Одна пуля уже есть, она туда залезла. А что, она должна до конца вот эта штука влезть? Ну да. Прыжки. Не хочет работать? А тут даже не открывается. А тут же должна открываться, наверное, вот эта штучка. Или нет? Да, должна. Так, мы еще не разобрались. А ну-ка покажи вот тут сверху какая-то кнопочка, что ли? Непонятная. Интересно. Ну-ка, давай опять попробуем. Не работает. Не хочет залазить до конца. Не хочет залазить этот автомат до конца. Сейчас будем разбираться. Вот мы сходили. Еще вот такой огромный. Давай сейчас этот покажем. Вот тут вот магазин вставляется сбоку. Видите как? Угу. И вот тут вот такой вот автомат. Заряжать вот так вот. А теперь Саша соединяет вот эту штуку. Вон огромнейшее какое получается. Ого-го. Ничего зарядка. Себе. Да. Оно даже вот так вот. На плечо. Да, такое.
отбойник на плечо. Ничего себе. И это только две части. Сейчас еще будет третья, да? Ну, стрельня. Ого. Мы будем открывать третью часть. Я вообще не представляю. Она вообще не влезет в кадр даже. Вот эта третья часть. А, вот это. Ой. У нас вот тут же еще есть огромнейший вот этот вот, да? А какой он по длине сейчас к этому, по отношению к этому? Ого, и вот это как раз будет сейчас третья часть, вот такое тоже будет, два длиннющих. Так, давай же открывать тогда третью часть. Вот, третья часть. Третья часть у нас вот такая. Сейчас будет открывать Саша. Распаковывать. Какой-то небольшой. Он тоже может сам по себе стрелять? Да? Ну, как отдельное ружье. Угу. Он такой космический, как будто бы из Звездных войн. И три штуки, ничего себе. Так, зарядка это вот так идет, заряжается, да? Оно же как будто бы какой-то этот. Нет, это водяной. Это air. А как стрелять? На что нажимать? На что нажимать, ты не знаешь? Нет. Надо вот это вот что-то делать. А, как водой как будто бы стрелять. Надо. И что? Куда ты нажал? Кнопка вот этого. Это все три. И оно все три выстрелило. Тут заряжается сразу три. Типа водяной, реально. Да, как водяной какой-то. Так, давай же собирать это все в один. Посмотрим, что выйдет. Пули повылетали. Ого. Ого. Ничего себе. Ничего себе. Ого. Вау. Крутой какой. Это типа снайпер. Да, снайперское оружие. Все, нету пуль. А ты с этого не можешь стрелять, когда это все вот так вот? Ты не да, можешь? Да, с этого. А, ты с этого стрелял? Ну, теперь как мы его вытащим? А, да, потом как-то вытащим, когда соберем. Ничего себе, крутой. Подожди, ты с этого стрелял, откуда оно вылетало-то? Вот. Отсюда? Да. Ничего себе, вот это вот как ручка, как будто бы, оно отсюда вылетало. Круто-круто, ничего себе. Какой крутой. Вот этот из вот этих самый прикольный. Да, он такой, как будто бы как со Звездных войн, или не знаю. Ну, три по времени. Надевай маску. Это ж надо при этой самой, при войнушках, да? Маска, оружие. Вот это, конечно, крутые. Три отдельных можно собрать в одно. И небось, вот с тех остальных, которые мы уже собирали, да, распаковывали, там можно их тоже как-то модифицировать, да, сюда вставлять части. И он три, он прямо три сейчас выстрелит, Саш, вот этот вот. Да. А ну покажи. А ну-ка я сейчас покажу. Ого, это как тоже четыре. Ничего себе. Ничего себе. Огромнейший. Ты сейчас соберешь, что ли, вообще эти части сюда прикрепишь? Так, Саш, покажи сначала, как стреляет вот этот вот тремя пулями. То есть, когда он собранный, надо нажать вот так вот, открываешь. И теперь стреляй. Потом, теперь надо вот так вот сделать. Теперь кнопочка. Нет. Ну, не сработает. Зарядить. Зарядить. Кнопочка. Ну. Может зарядить несколько раз, много раз? Раз, там, два, вот так вот. Ага. А ну теперь кнопочка. О, все, и выстрелила. Надо много раз подзаряжать. Вот Саша теперь будет играться. Вот это у него куча всего. Ничего себе.
Круто, круто, конечно. Теперь уже не распакуешь, не раскроешь, вернее, не разоберешь. Надо силы. Ничего себе, круто. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Сансаныч ТВ. Пока-пока. Пока, до скорых встреч. Он такой крутой. Автоматище.